С папой мальчика мы встретились после первой химии Сережи. Александр рассказал, его сын всегда отличался крепким здоровьем, но полгода назад у ребенка появилась одышка. Лечили ОРВИ. В какой-то момент все прошло. Семья отправилась на отдых в Турцию. Через два дня после прилета случилось страшное. Днем стало плохо, то есть, я с ним в больницу. Поехали в Морозоновку, в больницу. Все, начали обследование, то есть сдали анализ, плохой анализ. Вот так все началось, положили. Сереже поставили диагноз – острый миелоидный лейкоз, простым языком – рак крови. Новость шокировала и родных, и знакомых мальчика. Еще полтора месяца назад он играл в хоккей, а сегодня после первой химии в Боровлянах едва может собрать силы. Друзья семьи объявили клич и стали консультироваться со специалистами. Они уверены, нужны зарубежные медикаменты. На данный момент идет общение с немецкой аптекой. В которой сейчас мы скинули лекарства конкретно немецкого производства. Нам просчитали, 8 ампул где-то выходит 790 евро. Это только по первой химии, по первому блоку, это по одному из лекарств. В больнице, где сейчас находится мальчик, заверили родители, есть все необходимые лекарства белорусского производства. Пока же врачи не дают никаких прогнозов. Ребенок борется с коварной болезнью. В команде хоккейного клуба, как могут, поддерживают бобручан. Ждем, не дождемся, пока, когда разрешат посещение Сергея. И мы, естественно, навестим его там. Лечение, возможно, займет очень долгий период. Никто не знает, сколько оно продлится. Хотелось бы, чтобы ребенок поскорее вылечился. Благодаря вашим усилиям, нашим усилиям, сделаем все возможное. Поэтому ждем помощи, хороших слов. Молитесь за Сережу.